Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Спайдер Стефан. Простите, что долго не было видосов, я все понимаю, вы, наверное, очень на меня злитесь. Почему я такой огромный? Можно мне не таким огромным делать? Блин. Вот, спасибо. Вот таким я думаю, вам нормально будет. А сейчас у нас, как видите, я очень много денег задонатил на аккаунт моего подписчика. Новая команда недели с Месси, Гризманом. Понятно, Месси — это моя точка. Новая на Новый год карточки. Хотелось бы, конечно, Али, это, наверное, очевидно. Лаказетта. Четыре вот это. Добавили также новые пакетики, которые мы с вами сегодня откроем. Во-первых, вот эти Holiday Gold паки мы откроем. Во-вторых, добавили новые пакцы. Вот эти вот Holiday, у нас их два пакца. All Star откроем. Ну, давайте начнем с Special Silver. Ну, вот наборчик у нас хорошенький. Давайте, Special Silver пак. Информу, это понятно. Так, Сузуки, окей. Ага, 81 билд с Players паки, в которых Walkout, я думаю, я не буду ждать. Ну, хотя я помню, мне и падали в Walkout 90 рейтинг. Типа Куртуа мне тогда упал с этим, с этого пака. Это на тех днях, когда еще вот Holiday паков не было априори. А, на вас. Так, Gold Elite. Неймар. А кто еще в паке есть? Алисон Черри. Господи, Неймар. Я думал, это Зиаго Сильва. Признаюсь, я думал, это Зиаго Сильва. Меня опять пытаются троллить. А черт возьми, это Неймар. Это Неймар. Я в шоке. И еще 4 таких пак. Он 100 очков. А, нет, он 100 очков. Извиняюсь. Он 100 очков, если экран, это 100 потов Роналду. И я очень буду... рад, господи, я уж инфаркт чуть не схватил. Мбап! Господи, Кильян Мбаппе даже упал. Что с этими паками? Что с этими паками только делается? Фу, 19... опять Али, смотрели? Ну ладно. Ага. Так, Деврей. Ну ладно, допустим. Сейчас у нас All Star Gold паки. Ну, в принципе, с All Star Gold паков я еще никогда не ловил All Star игроков. Когда они еще до этого существовали, я никогда не ловил All Star игроков. Я хочу это исправить, потому что это несерьезно. Company. Угу. Допустим. Дайте All Star игрока. Вот. Так, и последний пак. Инфо. Блин. Ну, это был бы Месси, это было бы слишком жирно. Ну, как слишком? Очень жирно. Теперь самое сладкое. Пожалуйста, дайте мне Месси. Ну, хотя бы Гризмана. Вот, увидите, круто. Хотя бы Гризмана. Вот, хотя бы Гризмана уже будет хорошо. Ну, а если Месси, то это вообще обалдеть. Если Месси падает в паке Пеппа. Окей, Пеппа, допустим.
паке. Месси в паке. Аргентина Месси. Офигеть. Офигеть, Месси. У нас еще Холидей и Паки остались. Зачем? В смысле Рамос? Я в шоке. Холидей паки напоследок оставим. Я думаю, откроем сначала вот эти вот наборы. Холидей паки напоследок. Окей, еще этот. Сейчас есть еще один волкаут, и я просто закончу все. Слава богу. Да. А может мне другого француза, только стрешника, пожалуйста. Нет, не принесут, видимо, нам его сейчас. Допустим, Android пак, пожалуйста, принеси нам футболиста рейтингового. Лемар, окей. Лемар тоже неплохо. Неймар. Ну, Неймар тоже неплохо. Так, Холидей пак. Давайте сначала откроем вот этот Холидей пак. Оу. Я что-то думал, что они получше будут. Ладно, может, во втором паке, потому что здесь такое молния, может, это топ. Это не топ. Ясно. Форсберг. Из Алдуна какой-то. Ну, допустим. Сейчас еще Холидей Голд паки подкрываем. И закончим на этот ролик. 8 минут уже длится целых. Господи, это очень много. Для моего графика сейчас. До 5 паков откроем. Так. Может, там что-нибудь упадет, в принципе. Мне очень понравился улов. Тем более, Лионель, Неймар. Это вообще идеально. Продолжаем открывать. Последний пак. Погнали. Информ. Ну ладно, давайте еще один пак, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Все, удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.